перерывах между тренировками и матчами они обычные девушки. Готовят, убирают, кто вышивает, а кто-то рисует. Но два раза в день они в обязательном порядке. Подают, принимают, пасуют, отбивают. Одним словом, работают волейболистками в Лок-Ангаре. От мяча и игры Елизавета Нестерова пока не устала. Правда, говорит, со стартом второго круга чемпионата сил требуется все больше. Если в начале сезона все команды высшей лиги А не рассматривали Лок-Ангару как сильного соперника, то теперь иркутянок опасаются. Это не мужской волейбол, говорят девушки, и здесь побеждает не самый сильный. У нас больше на хитрости, где-то на скидках. Переиграть соперника, обмануть его. Мы более изящные, пытаемся показать красоту и хороший результат. Аппетит к самой молодой команде пришел во время игры, точнее, во время первого круга чемпионата. Повстречались со всеми командами и поняли, что у них хуже других, рассказывает главный тренер. Если в начале сезона Александр Цивилев перед девушками ставил задачу просто наиграть опыт, то по итогам первого круга, который волейболистки завершили на 8 из 12 мест, стало ясно, волейболистки способны на большее. Сейчас в турнирной таблице они 6-е, а если в ближайших матчах выиграют Спарту из Нижнего Новгорода, станут 5-ми. На этой же позиции иркутская команда планирует завершить сезон. У нас же получилось какой-то промежуточный момент на 5-м месте оказаться. И всем это понравилось, всем приятно. Чем выше в таблице, тем интереснее. И моральное удовлетворение того, что ты делаешь. Но соперники очень трудные. Они же тоже готовятся, тоже совершенствуются. Поэтому очень трудно сейчас стала играть. Второй круг пошел очень трудно. До конца мая, тогда завершится чемпионат, иркутянкам необходимо продержаться в середине турнирки. До этого времени еще как минимум 8 команд соперниц проверят на прочность молодой иркутский клуб. На передышке у волейболисток с берегов Ангары времени нет. Даже международный женский день они будут отмечать в зале на тренировке. Рина Гапончик, Константин Синицын. Новости сейчас.